Джонатан Слейд. Кто это? Тенсел? Что ты здесь делаешь? Нужно поговорить. О чем? По личному делу. Ты видишь, что я занят. Давай потом. Сейчас, Джонатан. Что ты делаешь? Спокойно, спокойно. Никакого ущерба. Хочу, чтобы ты нас выслушал и все. 8000 баксов. 8000? Как ты считаешь? Цена катера не меньше 12 тысяч. Ты выиграл его в покер. Только разрешение 5 тысяч. А остальные 3? Первый взнос. За что? Давай, садись. Тенсел, на кого ты работаешь? ЦРУ, да? Джонатан, пожалуйста, в машину. Конечно, хорошо, что не забыл обо мне, но я уже на гражданке. Ты будешь работать с нами, Джонатан. Я это знаю. Нет, мое дело бизнес. Где Элфи?